Сотрудники Люберецкой полиции при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в совершении серии грабежей. Четверо злоумышленников в течение 2 недель совершали хищение алкогольной продукции из одного и того же магазина в деревне Матюково. Они заходили в торговую точку, складывали в корзины бутылки со спиртным и, не оплатив товар, проносили его мимо касс, после чего скрывались с места преступления на такси. Всего же правонарушители похитили 68 единиц алкоголя на общую сумму около 100 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Следователи возбудили уголовные дела по статье 161 «Грабеж».